Отечественный лоукостер «Флайер Астанс» сегодня совершил свой первый полет в Шымкент. Бюджетную авиакомпанию создали по заданию первого президента. Главное требование – доступные цены на авиабилеты. В общем, дешевле на 50%, чем у других авиаперевозчиков. В зависимости от даты бронирования, стоимость билетов может быть не выше 5000 тенге. Бахром Абдуллаев с подробностями. Это первый рейс лоукостера «Флайер Арыстан» в Шымкент. На борту Airbus A320 – 180 человек. Первых пассажиров бюджетной компании встречает аким города Габидулла Абдрахимов. Градоначальник Шымкента спешит на борт самолета. Он хочет лично убедиться, что полет будет максимально удобным для пассажиров. Отечественный авиаперевозчик будет совершать ежедневные перелеты с сообщением Алматы-Шымкент и Шымкент-Алматы. Билет стоит всего 4999 тенге. До этого никогда не приходилось прибегать к услугам бюджетных компаний. Но, в принципе, могу сказать, что никаких отличий от обычных авиакомпаний я не почувствовал. Сервис на уровне. Единственное, чем отличается салон самолета, нет бизнес-класса. Первым рейсом в Шымкент прилетел и президент авиакомпании Air Astana Питер Фостер. Компания Flair Arastan – подразделение национального авиаперевозчика. В Шымкент летят много людей. Я надеюсь, что все условия будут соответствовать стандартам. Мы сейчас прорабатываем дополнительную программу. Спасибо вам за такой прием. По ценам скажу так. Мы постараемся работать так, чтобы было выгодно всем, а особенно нашим пассажирам. В компании Flair Arastan 4 авиаборта. К 2022 году авиапарк увеличат до 15 воздушных судов. Бахром Абдуллаев, Виталий Заянтинов, Информбюро, Шымкент.